Давай сейчас на ту сторону и прямо. Thank you.
Сейчас уже 9-я GoPro вышла. Блин, кажется, они пропускают быстрее, чем iPhone. Улучшенная стабилизация, разрешение там какое-то тоже бешеное. Бешеное какое? Типа 8К, то оно нафиг не надо. Ну типа того. Я особо так не вдавался в подробности. Сменные объективы появились. О, это интересно. Да, ты ими пользовался. Есть отдельный широкоформатный вот этого все. Да, широкий формат. 10 тысяч стоит. А ребята умеют формат. Вообще хорошо. Ну, такого же размера. Почти как Apple со своим прямчиком запустил. Угу. Да, да. Причем на них уже очередь типа на 2,5 месяца. Ну а что, Apple в своем репертуаре. Нет, знаешь, мне кажется, вот большинство людей купили чисто пороты. Ну вот я лично хотел, а знаешь, ты знаешь, угораздил себе новогодний подарок, тряпочку от Apple. Не, ну для фаната это будет супер подарок. У тебя еще... есть такие друзья, фанаты Apple? Не, ну, женщин-фанаты, я не знаю, у меня, типа... У которых прям молятся. Таких не существует, кажется, среди лучших людей. У меня есть знакомые, но, типа, коллеги. Кто-то уже заказал сразу брошку новую. Что там? Ну, кто-то сказал, что, типа, блин, мне понравилось, типа... Я не буду совать непонятно, как камень свой, может быть, это пожалуйста. Я прям очень был завод, там речь была о зарядке. Ну так я типа, я не буду совать какой-то. А вот камень мой может быть. А, что еще я угарнул? На сайте есть, ну, там же для всех товаров. Ну, типа там провода и вот это вот все. Среди характеристик указана совместимость. У тряпочки тоже есть совместимость. Да что вы говорите? И что ты думаешь? Она несовместима с iPhone 3. Как же так? Вообще, я не знаю. Начинаешь утирать, а iPhone такой, типа, не понимаешь, что это за тряпочка, я не совместим с ней. Появляется надпись Unknown Plotus. Да, 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 да. И в блок. Точно. Типа все, теперь только надо сдавать Apple Pair или там еще. Авторизованный сервис. Да, да, да. Только важный 20-летний чувак в белом халатике сможет восстановить его из мертвых после этой тряпочки. Давай направо и прямо. Ну, давай. Ну, кстати, iFixit тряпочку исследовали, как-то там разрезали, оказывается, она из двух половинок состоит, склеена. Нет, вот сама поверхность тряпочки, она как бы двухслойная. Вот они ее прям ровненько так разрезали. И говорят, вот, значит, одна тряпка сколько, $20? А вот если ее разрезать, у вас будет две тряпки по $20. Тогда айфоны тоже начнут блокироваться.
помочь. Неправильно прям. Слушай, ну здесь, блин, знаешь как? У меня, например, кран у того же нового-то. И вот это там очки. Вот ты их обычными тряпками хрен вытрешь. Вот нужны вот эти, знаешь, типа микрофибры, которыми очки обычно вытирают. Ну да. Вот только вот этой хренью можно нормально вытереть. Mm-hmm. Ну хрен знает, может там у них еще какой-нибудь тряпки. Типа, которые вообще не надо. Вот, заворачивать прям, чуть-чуть сделаем, все сразу. Да нет, такая же, как и вот магазинка обычно продается. 100 рублей. Просто там логотип, сам понимаешь. Пончики, я вижу пончики. Только не говори, что ты голоден. Ну я не ел сегодня еще. Давай сейчас проедем, посмотрим. Они работают вообще? Значит, мне, я туда не собираюсь, я просто порадовался. Типа я вчера уже наел. На Хэллоуине все Такое ощущение, как будто ранний апрель, да? Блин, ранний дождь. А завтра уже ноябрь. Полсилы.
мало того, что подъем, еще и ветер просто. Вообще прекрасно. Ты мелкому, да?
сейчас вам будет, как нам вообще тебя скажут. Вчера, когда потеплело, народ с ума сошел, даже в шортах и футболках ходил. Слушай, ну в парке. Если прям было плюс 15 и солнце, ну как бы предсказуемо. Дай туда что? Графские развалины. Что-то они не очень графские. Ну конечно. За кошка моя. За кошка. У тебя как? Неделя выходная? Или ты работаешь? Ну, это все работают. Нет, я никому ты не работал. Говорят, детские сады не все работают. Коммерческие структуры работают? Ты в первую волну тоже работал? Работают. Не знаю, какие вот эти вот нерабочие, это где-то так точечно кто-то там отдыхает, это все работает. А, ну еще вот у меня знакомая, она там в каком магазине работает, в офлайне. Вот. А она вроде не работает. И причем, ну естественно, какой-то никакого сохранения ЗП нет. Сейчас бы человеку. Угу. Человек только недавно сорвался, купил себе последний айфон, человек должен платить за аренду квартиры. Ничего себе. И тут такой, оп, лагнал. Это вот эта подружка? Чего? Кто? Подружка купила? Или кто? Ну, человек. Просто знакомая. Ну, знакомая, да. А как же она так? Что, как она так? Попал под локдаун? Ну, вот так вот. Нет. Никто не предупреждал. Купила в то время, как надо еще и оплачивать аренду. Не, ну если бы она работала, то типа с этим ок было бы. То есть она до того купила, да, не знала, что так будет? Ну,
да, но как бы никто не предупреждал. Понятно. Или у тебя есть какая-то инсайдерская информация, что тебя предупреждали в конце? Нет. Две недели. Нет. Нас самих последний день предупредили. Приказ пришел. Последний день. Блин, там же в приказе, в общем, не знаю, там что-то спускают сферу, написано, там есть какой-то пункт, что типа, если необходимо, чтобы предприятие продолжало работать, ребята, у нас нерабочие дни, все должны не работать, сохранение заработной. Но если вы хотите работать, то работайте. Ну, типа, блин, офигенная баба, офигенная тема. Не, ну у нас учреждение круглосуточного цикла. Никто никого не отпускает. Никогда. Давай налево, что ли? Народу столько. Ты, как и прежде, онлайн, да? Слушай, или ты уже все? Не, я-то онлайн вообще, да. Но на предыдущей неделе к нам девчонка пришла в поддержку новая, вот. Типа, ее отдали мне, ну, типа, помогать обучать. И сказали, делай с ней что хочешь. Ну, примерно. У нас, короче, стерва часа, да. Но она такая, типа, блин, ее... свободное чувство юмора. Она что-то к нам такая ходит, такая, о, привет, он смотрит на новую, так все такая, а это что за Саша Грей? Я такой, блин, прикинь, ну приходит первый день. Просто приходит, еще такая, что за Саша Грей? Небось покраснела все, как помидор, да? Это нет, конечно. Похожа на Сашу Грей? Блин, она, так сказать, такая, типа, ну, довольно высокая, стройная, вся в черном, такая, ну, так сказать, типаж, такой, знаешь, контрастного лица, такая светлая кожа, там, черные волосы, там, черные брови, так вот, в черном, таком относительно обтягивающем. И на какую позицию она пришла? Поддержка. Саппорт. Да. Вот, и, типа, она... ходила в четверг, хотел оформляться, я там в четверг вышел. Я собирался один день, вот, но что-то обе новенькие такие, типа, а что ты завтра не придешь, а? Походи. Придется второй день тоже сесть. На ту сторону надо. Ну, надо, так надо. Выбирай. Налево пойдешь, кошелек найдешь. Да, кошелек в виде дерева.
она оправдает. Свою заднюю звездочку не чистил. Это я помню. Аж блестит. А инструмент же есть. Такой, знаешь, типа гребенки, дугообразный, зубья. Да, налево. Так, он уже выглядит. Окей. -8 градусов. В раздумьях, куда ехать. Ух ты! Не особо, конечно, хочется. Дело-то потом в квартире хранить.
грязью. Хранил без грязи. За счет того хранил с грязью. Прямо и направо. Опять мы от солнца уехали. Ну, что делать? Надо было раньше уезжать. Думаешь, тогда мы бы не свернули сюда? За дом. Тогда бы здесь было солнце. Это мало края. Верь мне. Нет. Верь. Нет. Я тебе правду говорю всегда. Нет. Вот на ту сторону, там сейчас будет солнце. Направо. Куда ты хотел, там как? Звучит неплохо. Покатаемся. МКАД нельзя, наверное. Кто же нас остановит? Кто-то. Что думаешь, прыткой уедешь? От преследователей. А каких? На чем? На машинах. На машинах вполне можно. Ты же не успеешь, ты мобильный нифига. Быстрее пешеходы и мобильные автомобили. А есть еще мотобат на мотоциклах. Интересно, они по какой число несколько месяцев работают? Я думаю, пока работают. Сухо же?
хорошо. Дети могут с оружием ходить по улицам, им ничего не будет. Прям как в Сомали, братом в Сомали. А в Америке сейчас бы уже нагнали бы сюда копов. Да не, не факт. 10 автомобилей. Это зависит от того, какой штат. Где-нибудь в Техасе вообще. Ну что, в Техасе детям разрешено с оружием, что ли, по улицам ходить? Я думаю, что официально нет, но сейчас налево и через дорогу. О, это я рано сказал. Thank you.
вот следующий перекресток, тогда там налево уже. Смотри-ка, перекрыли. Тот самый с магазина на Таганке, да? Ой, или он где вообще? Не, не на Таганке. В районе... Так. Я не понял. Ну, помнишь, мы ездили, заезжали в магазин? На Рижской. На Рижской, во, на Рижской, точно. Да. Это ты про тот говоришь? Нет. Нет? Я тогда еще был молод, не знал про это. А может, он даже и не открылся. В общем, это был я, конечно. Да, хорошая вещь. Я попробовал. Одобрялся. Шоколадки выпускают с вишней. Шоколадки с вишней выпускают. Ну да. Короче, я потом, когда приехал, уже все разбили, а в следующий раз, когда я приехал, там стоял 8 бутылок, с которым 6 заплыл я. Я если в том районе буду, я тебе там наберу. Ну, скажу тебе, а ты мне тогда продиктуешь заказ. А, прикольно. Слушай, я обычно говорю, что там есть опасно, потому что постоянно что-нибудь раскупают и ассортимент меняется. Но у них высокая проходимость. Вот я тогда ждал тебя, там один за одним шли. Слушай, люди. Это точно крупнейший магазин в России, возможно, как говорят, крупнейший магазин в мире.
Ну, типа, это как без проверки. Никто не проверял. Рон, давай на разлинке. На разлинке, где 180 позиций. Давай повернем, пока никого.